Злодей какой, а? Злодей, злодей. Иди сюда. Нет, говорит, не пойду я сюда. Я пойду туда. Там морковка лежит. Вчера заныкал. Вот она морковка. Морковку нашел вчерашнюю, а злодей какой. Для наухи морковку ест. Она говорит, я не ем, говорит, морковку. Из принципа, говорит, никогда не ел. О, дикий бельчонок. Или кто это прибежал? Это кто такой? Это кто такой прибежал, а? А для науки перепрятывает. Перепрятывает морковку свою. Я, говорит, перекусил немного. И все. Дикий бельчонок переделал. Злодей. А этот все с морковкой своей носится. Интересно, он прячет ее в этой, в пакле. Она у него упала. Вот лошар. Лошар. Ну да, пока. Он сюда идет, он сзади. Сейчас он подкрадется. Вот он. Вот он, вот он. Подкрался. А дикий бельчонок, я, говорит, не боюсь таких злодеев. Я, говорит, сам еще тот злодей. Злодей ты. Ну-ка, иди сюда. Он дикий бельчонок, молодец. Но дикий бельчонок у нас мамаша кормящая, поэтому... Но это, кстати, не успокаивается. Ты где там? Ну они примерно одинаковые по весу, по всему. Ну-ка на. Боится, боится он дикой бельчонка. Девочки в гневе очень сурово. Да? Прогнали его. Я говорю, они какие-то странные, они ходят. Сразу все приходят. Я, кстати, сидел здесь, не знаю, час, наверное, ждал. А после всех них дикого бельчонка длинноухого приходит тот самый бельчонок, самый последний. Дикий злодей какой. А я, говорит, страшный. Но у нее бельчата, ей надо кормить. А этот никак не успокоится, да. Где он там? Там у меня орехи лежат. Грецкие. Он стырил, молодец какой. А я, говорит, стырю. Вон дети прибежали.
Молодец.